самым успешным проектом, реализацию которого мы рассчитываем завершить в четвертом квартале 2024 года следующего. Это тепличный комплекс «Камчатский». Там порядка 2800 тонн овощей, ну где-то, если не ошибаюсь, там 40 на 60. 40% томаты, 60% огурцы выращивания. Это очень серьезный объем овощей, который Камчатка может получить здесь, для решения своего потребительского рынка. Почему мы говорим, что овощи дорогие? Да? Ну, потому что эти самые овощи мы большей частью не можем привезти контейнерными перевозками морем.